Hello everybody, it is Sona Ovsepyan, the leader of Russian Tap Team. And Tap Studio Space of Dance and Sona Dance Theatre want to congratulate tap dancers from all over the world with International Tap Dance Day. Despite these difficult times, we live, dance and enjoy the rhythm in any conditions. We are one big tap family and today is our day. So be careful and never stop dancing. Let's go! Hello everybody, it's Tomáš Slavíček from Tap Academy Prague, Czech Republic, and I wish you all wonderful International Tap Dance Day, and I hope you are safe. And hopefully, and luckily, I will see you all very soon somewhere in some tap event. Bye-bye and kisses! Добрый день, дорогие друзья! С праздником вас, с Международным днем степ-танца. Happy International Tap Dance Day. Я вас поздравляю, я вам желаю всегда танцевать, чувствовать легкость в сердце, в душе, в голове. Отбивайте ритмы, будьте счастливы. Я всех вас люблю. С праздником! Hi, my name is Mike Glennie from Canada, and I wanted to send this message to you at Space of Dance and congratulate you on this amazing event for International Tap Dance Day. I look forward to seeing you all again very, very soon. All the best. Hello, Space of Dance. This is Corey Lenny from the United States, and I just wanted to wish you guys a huge congratulations on another year of success, love, and dance within your studio. I love seeing what you guys bring to the championships every year, and I can't wait to see so much more from you guys. Again, congratulations, and I hope you all have a great day. Всем привет, меня зовут Александр Астанин. Хочу всех поздравить с Международным днем степа, и особенно Space of Dance. Вам сегодня исполняется 25 лет. Поздравляю вас, обнимаю, целую. Чага-чага. Hi everyone, my name is Caden Curry, I'm from the United States of America, and I wanted to wish and congratulate all tap dancers in Russia and at Space Dance Studio a happy International Tap Dance Day. Здравствуйте, уважаемые участники сборной команды России по степу. Здравствуйте, танцоры, здравствуйте, родители, здравствуйте, педагоги. Дорогая, любимая, близкая моему сердцу студия Space of Dance. Всем-всем-всем привет, на связи Сергей Остапенко. Прямиком из Одессы, прямиком из Никома Tap Studio. Хочу всех поздравить с 25 мая, с Международным днем степа, день рождения Билла Боджанглса Робинсона. Пошумите там в его честь, ему было бы приятно. Друзья, это наш праздник. Я поздравляю, конечно, всех тех, кто постоянно барабанит ногами, кто не может спокойно стоять на месте. Друзья, давайте отпразднуем сегодня, отметим как следует. Я хочу пожелать успеха всем, кто смотрит это видео. Любите степ, обожайте степ, танцуйте сердцем, душой, ну и, конечно, немножко ногами и головой, потому что надо думать, да, о ритме, о темпе, слушать, конечно, музыку, слушать свой звук и получать от этого настоящее удовольствие. Смотрите видеозаписи старых мастеров, потому что невозможно танцевать лучше, чем они, и вдохновляйтесь. С праздником всех вас! Уху! Всем привет из солнечной Праги! Hello, greetings from Prague! Ahoj, я вас здравим с Праги! Дорогие друзья и коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником Международным днем степа. Желаю вам быстрых ног, чистых ударов и море вдохновения. Надеюсь, что всем скоро с вами увидимся. До встречи, пока! Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Международным днем степа! Желаю творческих успехов, ярких ритмов и, конечно же, здоровья! Дорогие танцоры, поздравляю вас с Международным днем степа. И в этот прекрасный день мне очень хочется пожелать вам жить в ритме степа, в ритме танца, чтобы ваше сердце стучало под музыку, не переставая. Только самых приятных моментов, и пусть все ваши эмоции выражаются именно в тэп-дансе.
Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу от всей души поздравить вас и нас с нашим профессиональным праздником, с Международным днем степа. Степ – это самый яркий и самый ритмичный вид танца. Степ – это способ самовыражения. Сегодня хочу пожелать вам в жизни как можно больше творчества, как можно больше ритма, танца, движения и, конечно же, хорошего настроения. С Международным днем степа, друзья! Любимая моя, дорогая степ-семья, поздравляю нас с Международным днем степа. Дарите миру красоту и гармонию, которые наполняют ваши ритмы.